полностью весь интерьер комнаты, мы собирали его и просто по разным бабушкам, по разным квартирам. Жилая квартира, жилая, такая вот, вот прям вот совсем жилая квартира, в которой не одно поколение трудилось над тем, чтобы ее развалить. Вот мы ее создали. Вот у него есть определенная идея, картинка, он понимает, как это должно быть, и вот это так все выстраивает из каких-то мелочей, и вот когда участвуешь в процессе, сначала ну, не понимаешь, как бы, что из этого вообще получится, а потом, когда вот видишь результат, думаешь, надо же, вот как это он так все это мог соединить, скомпоновать. Слушай, вот так прямо вообще хорошо, еще даже кусок шкафа возьмет вот это справа, прям вообще отлично. Он сказал, мне нужно одеяло, вот Климт, поцелуй, одеяло, дайте. Дали. Одеялко мы это делали втроем, резали лоскуты, каждый лоскут пришит вручную. Это очень интересно, очень необычно находиться в таких условиях, и постоянно нужно следить не только за собой, но и за тем, когда остальные люди выполнят какие-то свои действия, то есть нужно постоянно командой работать. Ты ощущаешь энергию фотографа, подсказывает миллиметрами. Буквально ничего не надо делать. Все за тебя сделает Андрюха. И немножко пониже. И правую ногу назад. Вообще, сегодня мы делали кавер-версию моей старой картинки, но превратилась она в итоге в нахуй постмодернизм. Вот так вот я бы сказал. Короче, с нами работают лучшие люди, и поэтому нам очень легко. Но мне кажется, все сегодня получилось. На самом деле она ровно такая сейчас, как я хотел ее снять тогда, но я тогда еще не умел. Mm-hmm.